Добрый вечер, друзья, любители киберспорта. Продолжаем мы для вас освещать серию турниров Блиц. Это у нас Блиц под номером 17 в формате Light на карте Борда. Комментировать данный бой будет со мной чертик Еретик Антон, я Кирилл132 и наш оператор Санчес. Привет, Антон. Здорово, Кирилл, и мы будем смотреть на этот замечательный бой. Прям команды равные подобрались, я прям чувствую напряжение в команде богданцев. Богданы, Богданы тащат, понимаешь? Богданы вообще четкие парни, девчонки, думаю, девчонок у них нет в команде, ну, в общем, мужчины только так, на расхват. Богдан да. У нас лучший хантеровод, по мнению чертика Этика, чемпионата межкланового прошлого, я бы сказал так, ну, лучший хантеровод, просто лучший. Есть еще мнение эксперта Марселя, который делал... Не, ну вообще еще я бы разделил первое место между... Кто там был? У пингвинов глава... У пингвинов глава у нас. Манимейкер, нет? Нет. Второй товарищ. Final Stage. Вот, Final Stage тоже. Пылесос просто нереальный. Вот, это он и Богдан. Ну, Богдан, конечно, я не знаю, что нереально там вытворял. Так, ну и их противники на сегодня на тайм-аут. То есть я вообще впервые эту команду вижу. Но я, честно говоря, тоже, но они вот такие уверенные, скажи, парни такие хлопцы. Да, слушай, уверенные еще те. Два викинга, я наблюдаю, васп, у них крутые, которые сквозь стенки проезжают. Ну, у нас будет весело, в общем. А, есть дриты на карте, ну и представим составчики. Начну я с тайм-аут. Это Angel Beats, AH3, Demon of Portugal, Blaze, Аяна Кожи, Киятака, ну и No Sleep. Чувствуется, прям хотел этот ник прочитать, да. Ну, богданцы у нас, ребята, с клан-тагами разными, только не богданц. Это Тони Круз, так, также у нас есть Слайшот, Макс Пит, Вуди Дов, Экстрим и Фердер. Кстати, у вас уже есть Ангел Битс, пытается уходить, будет неплохо уезжать, Фердер уже не попадет. Аж должен прикрывать, дает рельсу одну, и вот тут Ангела, вообще прострел там должен быть, да. Да, вот добивают, хотя, кстати, экстрима могли бы добить, но не прилетает ни одна рельса. Как же я соскучился по лайту. Эх, вот мне же надоели эти сетапы, эти медиумы, там, где катаются много корпусов. Вот это вот я понимаю. На рельсах есть скиллозависимые смоководы. Смоководы, кстати, у нас экстрим в роли, точнее, за команду Богданов. Ну и Angel of, точнее, Demon of Portugal, это... Не понятно, кстати, а я там за аптечкой, что примечательно. Вуди у нас в минусе, и Ангел вновь пытается увозить. Ребята там, кстати, из богданцев-то не особо хлещут флажками. Опять-таки, экстрим дает дэшку, и, по-моему, возврат на том же месте будет происходить. Да? Что-нибудь примечательно именно так и происходит. То не расстреляли, но вот лайтшот еще живой, кстати, ДД, ну вот только слили. Нет, знаешь, что хорошо? Хорошо то, что они заходят уже хотя бы на соточку свой с флагом. Это второй ВОЗ, при том, что у Богданов вообще по нулям. То есть, да, они подхватывали флаг, они пытались его увозить, но это было не дальше домика. Но Богданы, знаешь, чем хороши сейчас пока что мы видим? Это то, что они дроп весь собирают. Просто запылесосили все. Ребята-то из тайм-аутов увозят чисто без дропа. Вообще без дропа. Вот сейчас два хантера летают. С Тони Крусом, вот Тони бы разобрать, попытаться. Сейчас ребята. Посмотрим, ну вот дроп, окей, Хантер на дропе отлично проходит, сквозь него есть Макс Пит, но там он битый, он битого никуда не увезет. Там даже рельсы не сбивают, еще и тиммейт ему помогает, две рельсы прилетело слева, с малого моста по Васпику. Поэтому... Но опять-таки, красная база у нас посильнее, чем синяя, синяя более открытая, поэтому здесь, если даже смогут что-то показать, то в следующем раунде будет посложнее, мне кажется. Ну, сейчас усмотрим, Есть впереди аптека, 4 захода просто с левого фланга. Устоит ли Блейз? Да, слушай, это тот еще рельсовод, я не знаю, просто сказал. С правой стороны добивает всех, просто всех. Тони Подожди, Тони еще есть, опять-таки, на фулах. Ну, вот Блейз будет за ДД-шкой. И Аш у нас уходит. Уходит, сможет ли нет. Смока, конечно, плохо делает, там больно прямо. А Як не успеет. И вот, кстати, Тони-то разобрали. Тони неплохо так в три корпуса разобрали. Тони снова страдает, он уже второй раз заходит или третий раз заходит на базу и страдает. Его раздирают, по фокусу очень отлично, кстати, фокус в дефе, то есть, в принципе, ребята уделяют достаточно времени как атаке, так и своему флагу, чтобы и у них не увезли, ну, в принципе, в эту же очередь они могли попытаться дернуть флаг противников. К слову, два васпа, никнейм очень сложный, Angel Beats заходит сейчас на синюю базу, разбирают смоководу по фокусу очень хорошим перекрестным огнем, ну и, правда, погибнут.
Хотя вот еще Аяна Кожи живет, добивает Фердера. Вот этот, вот, как я сказал, коллектив для меня ноунеймов играет очень достойно против бывших, точнее, будем говорить, действующих чемпионов Мастера ДСОР. Да, и посмотри, у нас есть попытка нового босса. В то же время Лайтшот зашел на фулах, будет сложно им разобрать. Аякоши смотрит в другую сторону, Ангела пытается увозить, там будет Фердер, в общем, рельс получит неимоверное количество, Задоми, кстати, не успел их спрятаться, смогут ли подобрать. Вопрос риторический, надо прострел не успеть не дать. Отлично, подхватывает демон, там также будет добивать, есть Макс Спид, Фердер должен погибать, отличная сквозная рельса от Макс Спида, он все-таки попытает свое счастье возврать, но не особо, нету рельса вообще никакой по ноуслипу, Макс Спид мог бы вернуть, но некому было пострелять по флагу. Вынужден сейчас флагнос съехать на передачу, есть Вудидов, отличная сквозная рельса проходит, также помогает ему его тиммейты, ну и Вуди поднимается, главное в минус не упасть, отличная сбитая рельса от Яна Кожи, будет он добивать Вудидова, это не возврат. Очень хорошо сыграли. Ну, ребята. Аж три у нас влетает, там, правда, много там ребят. Опять-таки, размен получился, смогли тянуть флажок, это приветствуется у нас, но теперь надо его грамотно развернуть. Опять-таки, выдвигаются двое, Ангел, Блейз неплохую рельсу выдает, уворачивается еще двух рельс, ух, как замечательно играют парни. Опять-таки, есть попадание, Ангел на фулах, ну, опять-таки, две рельсы надо по Тони врезать, тут надо только с помощью кого-то. Опять-таки, демон есть. Демона видели или нет вообще? По-моему, демона не видели. Экстрим, как говорится, смока на смоку тут. Тут еще есть лайтшот, только... но там на треске есть много. Да, вот попытка H3 у нас есть, которая с ДДшкой. Отличную рельсу должен был выдать, но промахнулся по экстриму. Не попадает сейчас, но вот сможет ли в данный момент кого-то слить? Нужно ДДшку реализовать-то. Опять-таки Тони будет выдвигаться, Ангел там прячется, ну они его должны загасить, да. Они его быстренько добивают, Тони Кросс, правда, на одну рельсу остается, есть Макс Спид. Макс Спид, а в эту очередь Аяна Кожи прыгает вниз, заберет на ДД, успевает забрать ДД, еще и выдаст ДДшную рельсу по Хантеру, который будет сейчас страдать, возможно, еще и вторую выдает, ну все, бесполезный Хантер на сотке. Он никакой угрозы не представит Форносу, тем более вот фокусили. Ну и правда на синей базе то тоже все спокойно. То, что Фокносе сбит, это ничего не говорит. Некому просто-напросто зайти по правой стороне. Отличная сбитая рельса от Блейза по флагоносу. Макс Спид остается, будучи на одну рельсу в одиночестве. Некому заехать, он пытается отстреливаться по мосту, по левой части карты. Но игроков все равно маловато. Очень мало, чтобы приехать и вернуть флаг. Скидочка есть под Фердера, он будет стоять с этим красным знамем на базе, слева, на размене точнее. Ну и вот я наблюдаю, наконец-то, кстати, попытки атаки с правой стороны. Демон, правда, отправляется на респ, а HT был на дашечке, но вот остался битым, и вот рановато я сказал про это все. Обычно все заканчивается очень печально, как и сейчас. Да, впереди есть броня для... Аяна Кожи, кстати, классный ник. Аяна Кожи. Да. Аяна в стиле. Аяна чем-то там еще. Опять-таки 4 лисы, тут одну влупают, ему еще одну. Ой-ой-ой-ой-ой. Там еще смоковод-то есть. Ну, опа-опа. По-моему, если сейчас не попадет у нас. Да, не попал. Смотри, классно сделали, но теперь бы вернусь попробовать. Ну подожди, там есть экстрим выдвигается на ноуслипа, там еще и Вуди подспевает, но быстренько экстрима добивает. Макс Спид не обязан уйти, отличная рельса от Энджела, не проходит его раньше, добивает, и у нас размен продолжается. Ну это должна была быть доставочка 100%. Да, и парни возвращают у нас в уголок. Экстрим бежит. Экстрим на ДДшке. Законтролить, хорошо, птичку законтролили, и ДДшный у нас смоковод улетает. Опять-таки Антон, не пропадай, куда ты пропадаешь? Куда я пропал? Я ты куда-то тут, пропал? Лови меня! Тебя ловить? Я боюсь, я тебя не словлю. В общем-то, Вуди у нас стоит с флагом. Проблем у него нету справа, по сути, только смоковод битый, также Хантер на дурельсу, хотя он получает дамаг. Дамаг по васпику проходит, остается на одну, третья рельса не проходит по смоководу команды тайм-аут, ну и, соответственно, скидочка по Томми Кросса, Тони Кросса. Демона добивает, остается Ангел Битс, Энджел Битс,
забирает он аптеку противников, и проблемы сейчас есть, это будет 100% возврат, Тони Кросс подхватывает, хотя вот этого маловато, NoSleep. NoSleep, а ты видишь, вот он единственный, что кто происходит? Просто заруинили парни, один в минусе, второй вообще упал вниз, и вот этот экстрим тут слайдшотом пытаются вернуть, а Штрин, ну, не должен допустить этого, ну как-то они это делают по чуть-чуть. Что-то нереально происходит? Делают, в общем, и возврат. Я не понял вообще, как они вернули. Там не должен был быть возврат. Ну, что-то... Да. Это будет доставка. Фердеру тут позволит поставить. Одна, вторая прилетает. Ну, вторая очень поздно. Это доставочка 1-0. А уже конвейер выдвинулся. Тони Кросс летит. Наконец-то этот Хантер реализует свои двойные коробочки. Вот в каком-то... С какого-то уже раза у него получилось это сделать. Поднялся он на площадь, будет встречать его тут Фердер, также Макс Фит на блоке справа будет отыгрывать. Фердер тут далеко не уедет, его также забьют. Вот Рельса сейчас прилетит. Отличная сквозная, я на коже. Ну, вот. Ну, возврата. Возврата нету, там некому приехать. Экстрим будет подхватывать. Первую, вторую он получает. По фокусу ребята работают очень отлично. Еще одна Рельсат, я на коже. Его не добили. Фердер остается на одну. Не успевает его добить Блейз, не попадает. Ну и Энджел там вряд ли что-то сделает. Попытается отвести, конечно, но недалеко. А Демон тут настреливает по флагоносцу. На одну рельсу остается, прилетает. Прилетает, и, кстати, Демон может вернуть. Вполне спокойно. Нет, его добивает, Экстрим подхватывает, сливает еще раз. Макс Спид на одну рельсу. Но все-таки он доставляет за последние 14 секунд. И счет у нас становится 2-0. Ну, слушай, там на бровке вообще какая-то фигня была. Не знаю, вот сейчас опять Лайтшот просто взял флаг в легкую и пытался увозить. Понятно, бы, возможно, и не довез, но все-таки попытка была засчитана удачно. 2-0 у нас, такой счет на конец первого раунда. Все вернулось лишь в конце, развязка произошла, поэтому никто не мог догадаться, что именно так закончится раунд, потому что ребята из тайм-аутов у нас выглядели очень уверенно, прям очень уверенно весь раунд. Так, ну, они на голову выше играли. Я обычно, ну, я люблю так говорить, но я говорю так обдуманно, потому что, ну, по сути, хоть два флага и притащили, но реально они поплыли исключительно после дизморали на бровке, когда упал в минус, там, насколько я помню, NoSleep. Вот, заехал в аспик, я на коже тоже как-то перевернулся, в минус упал, и лишь один там Angel остался в атаке, но это должен был быть возврат. Там остался один Тони Кросс, если бы прилетела бы рельса от Викинга с бровки, то они бы спокойно вернули. Там, правда, Тони Кросс тоже хорошую рельсу сбил. Ну вот, но опять же, если бы Викинг был бы не в минусе, то сбил Тони Кросс, не сбил Тони Кросс, там скинул, заблокировал, ничего бы не помогло 100%, потому что слишком много танков было. Вот, а в свою очередь, непонятно, как Богданы там вернули. Экстрим заехал, по сути, в соло он там отыгрывал на броне. Ну, как я видел, с другого конца карты. Вот, возможно, ему кто-то помог рельсой, там слишком много их было, выстрелов, поэтому я не могу с точностью сказать, но он там был в одиночестве. И он как-то вернул флаг, вот. Сбивал, возможно, даже рельсы. Вот. Ну, счет у нас такой. Не будем мы там с ним соглашаться, не соглашаться. Это исключительно на скилле игроков. Обнулим, давай переиграем. Обнулим, переиграем раунд. О чем? Было бы неплохо, кстати. Ну, мы не против. Мы не против. Написать можно, парни, гоу, перегоу. Еще один, да, еще один раунд. Просто сыграйте, ребята, пятый, чтобы было на всех. Да, и разойдемся. Да, ладно, это, кстати, полуфинал, если можно его так официально называть. У нас Блицов. Хотя тут всего три стадии, поэтому смотрим за выход в финал мы в данном случае, либо потом за борьбу за третье место. Кстати, да, они будут играть либо же против Bad Intentions, либо же против Venom. Но этот бой, кстати, мы смотрим на параллельной трансляции, кто забыл. Вообще нас там много, посмотри, я не смотрел, сколько нас там смотрит. Кстати... Три человека? Я, ты и оператор? Кстати, клан Веном, это в бывшем, как же они назывались, не Викторис, у меня там знакомый играл, блин, я не вспомню, капец, такое название, там Горнюня еще была капитаном, ну, у нас, кстати, пока там кто-то вспоминает, кто-то не вспоминает, у нас молодой заходит на замену, я так полагаю, замена это игроку под никнеймом, кто вышел-то?
Так, у нас есть увоз флага, парни пытаются увозить, это H3 у нас на центре, перекрытие, бийцы у нас биты, да и молодой там, кстати, увез. Опять-таки есть неплохой заход от Тони, демону предстоит их его разобрать. Попытаться он сможет, сейчас увидим. Нет, не разобрал. Опять-таки Аяк у нас залетает, и что он поделает, если его там три игрока гасит? Все, я заметил. Макс Пит у нас вышел, зашел молодой восповод, который будет стараться во втором раунде своей команде принести какие-то плоды. В общем-то, проблемки есть некие у флагнос синей команды. Он, будучи на две рельсы, остается на бровке. По нему каким-то тут макаром простреливают ребята, кстати. Он остается на одну. На одну, ну плюс-минус, если урон фуль не пройдет. Вот. Нету, к слову, никого, кто бы мог сейчас заехать. Нужно срочно заменить. Но слип уже выдвигается на замену флага. По нему сейчас должны, по сути, прилететь рельсы. Но как-то он проехал целым до смены. Ну, странно. Почему фокуса не было, это я не понял. Неплохо там все-таки Фердер чужий. Экстрим подбирает бровку. Антон, ты палит. Пропадаешь. Палит всех. У нас экстрим, и ему жестко надо разбить. Все, разбили ему бампер и продолжили движение. Так, у нас есть отличная аптечка для H3. Молодой его уже заметил, и, в общем, мы приходовали сразу, как говорится. И вот в итоге у нас есть лайтшот в минусе, и перед ним лежит ДДшка, которую хотелось бы, чтобы наконец-то забирали тайм-ауты, а не просто богданцы. Это было бы актуально. И экстрим, какой красивый минус от ноуслипа, который сидит просто у себя на базе. Размен продолжается. Я люблю эти размены, на самом деле. В сетапах они чуть быстрее происходят. В Латима. Серьезно? Это нереально, нереально долго. Особенно на борде. Кстати, ну вот я на коже Киатака, точнее, с этим, возможно, не согласен. Он зашел на двойном дропе. Правда, попал всего лишь по молодому. Он его добивает. Фердер на одну. Есть также Блейз, который заходит на ТДшечке. Его убивает. А я кожи. Тут еще есть. Не попадает он по флагоносцу. Также сбивает рельсу по H3. Ну и, соответственно, флаг пока что в безопасности. Знаешь, вспомни бой, если знаешь про бой Eternity против Сильверсов предыдущие на сетапах. Я бы там не сказал, что там была динамика, вот, динамика на карте была. Просто 4 раунда в ничью, ни одного флага за 4 раунда никто не привез. Понимаешь? 4 ну, не раунда. Знаю. Я когда смотрел на борде, там очень быстро все заканчивалось. Ну, да. Ладно, борда, возможно, у нас актуальнее. Ну и вот Blaze вновь на ДДшке, что приветствуем мы. Опять-таки, лайтшот с экстрим на одну, и ноуслип должен их сливать. Отлично, не сбили прицел, зато слили ноуслипа. Фердер по-прежнему, кстати, с флагом стоит. Странное решение оставлять Харька в дефе с флагом. Ну, по сути, к нему заедет смоковод сейчас и убьет, либо Васпик. Вот я на коже, он интересненько, кстати, играет. Нестандартная игра. Ну, вот от Васпа он как-то пытается там мансить, даже очень агрессивно для Васповода играет, чересчур. Вот. Ну, по его игре это видно. Вот, пожалуйста, только что Дашечку забрать у Хантера. Ну и массивный заход по правой стороне. О, хорошо разобрались ребята из тайм-аута, хотя сзади с тылов залетели у нас один молодой, лайтшот еще с дропом, и в принципе вот теперь нужно разбирать хотя бы Вуди. Хорошо, а я кто делает, да, а я вообще, а я на коже. А я на коже, а я на коже, а я танцую на коже. Ладно, да, неплохой у нас киберспорт, и вот молодой, опять-таки нужно его сливать. Хорошо, аж должен слить. Отлично, экстрима только еще подлить. Лайтшот залетает, это будет возврат стопроцентный, хотя экстрим не, набивает. Не будет. Смотри, блин, я верю в них. Ну, нет, ну, только, Сашик, только подожди, не его пропускает. Не, ну... Это что за... Я Кирюха, не ты скажу. Просто... Ты купил этот бой, признайся, пожалуйста. Я купил этот бой? Я ничего да, не ну парни просто... Денег нет, зарплату только дали. Пропустили, а, и уже нет, скажи, да? Нет, у меня нет покупать бои. В общем-то, пытаются ребята увести, погибает Аяна Кожи, и ноуслип подхватывает.
Молодой сзади. Молодой сзади. И это, по-моему, печально. Нет, все хорошо. Правда, вот экстрим. Экстрим сзади, вот это печально. Потому что если он начнет сейчас сбивать, это будет очень плохо. Отлично, Виталиса по H3 сливает он. Викинга остается два восхода, по которым можно, в принципе, сейчас застреляться. Еще одна сбита леса не проходит по коже. Ну и, соответственно, флаг до сих пор в безопасности. Хотя, в принципе, если бы ребята из Богданов... Богданы, будем как называть, стреляли бы немножечко раньше, то... Экстрим, у экстрима было, были бы дела чуть-чуть получше. Ну, как по мне. 4 минуты остается по-прежнему. У нас 0-0. Вот. Но, кстати, есть такая закономерность, что первую пятиминутку и последующую во второй пятиминутке в течение 2 минут ребята просто играют, да? А последние 2-3 минуты там начинается какая-то вакханалия. Просто там флаги таскаются по КД, нереальные рельсы, прострелы, сбитые рельсы, какие-то маневры и т.д. и прочее. В общем, посмотрим. Ну, как минимум на парме такое мы видели то ли 2, или 3 боя подряд. Поэтому, вот, может быть, на борде такое проканает. А, кстати, падает дроп у нас в яме, а я на коже Киятака будет забирать всего лишь Дашечку, ДДшку забрал лайтшот, ну и потихоньку выдвигается. Есть Вуди, Вуди, который может накидать ему урона, Вуди не попадает, а вот экстрим залетает, я вижу по бровке уже на флагоносца, ноуслип, боится его, понимает, что нельзя есть лестница, точнее, смоковода, проходят рельсы, очень опасные для ребят из тайм-аут, ноуслип остается на одну, а H3 тоже в пределах там 30% хп. Ну и не хватает от этого одного восповода, либо же смоковода, который сейчас бы зашел. Но Слип очень рискует, кстати, вот этот риск оправдан. Angel of Beats подхватывает флаг, а H3 почему-то стоит до сих пор там, непонятно, что делать. Это будет, возможно, даже возврат, одна рельса прилетает, лайтшот успеет или нет, успевает все-таки вернуть. Уже второй раз перед носом у своих противников он успел вернуть флаг. Но это что-то с чем-то. Ну теперь вопрос, смеет ли я оформить возврат, это очень подозрительный вопрос, потому что сейчас... А я на коже сливают, и вторая леса неплохая вылетает от Фердера. Опять-таки вопрос с мостом связанный. Ангел только может тут зарешать. Ангел сливает, доставка будет. И да. Идти какая-то вакханалия будет. Последние вот 3 минуты. Ну, 2-3 минуты. И они держатся больше половины раунда и потом начинают сливать. Да, да. Какой-то это... необъяснимый, но факт. Это что-то странное. Вот и лайтшот везет. Ну, если они сейчас поставят, это я просто не знаю, что я сделаю. Лайтшот уходит, за ним уже гонится демонов Португал. Лайтшот уходит, Вуди, отличный бок, еще и сквозная рельса. Фердер не попадает, есть, кстати, там еще и Энджел. Возможно, это будет возврат, но слишком мало игроков. Вуди на одну подхватывает, Тони Кросс там разбирается с восповодом. Экстрим на подхвате, скидочка под лайтшотом, ну и, соответственно, размен у нас продолжается, только немножко в других красочках. Счет у нас 1-0, Богданы ведут. Вот, и, в принципе, терять им нечего, они могут даже не так активно играть, так как они выиграют этот раунд 100%, вот. Ну, за минуту до конца, я не знаю, что должно перевернуть ход событий, при том, что из-под носа, просто из-под носа воровали флаги Богданы у своих противников, свои же, кстати, возвращали. Ну, опять-таки, вот, если посмотрим, сейчас есть ангел, только биться, но на одну. В итоге аптечки нету там у нас на мостике. И в итоге мы смотрим, что сейчас ангела там могут слить. Слить легко, лайтшот это делает. Опять-таки, аж борется с Вуди. Ну, слить Вуди, это, конечно, такое, да, быстрое дело. Опять-таки, 30 секунд до конца, и здесь возврат оформить, ну, тайм-аут, он не знаю, что он сделать. Ангел вот летает, ну, на пол рельсы уже и сливают его, опять-таки... Хотя Блейз и ДДшку-то может забрать на мостике. Опять-таки он заберет, но у Слипа надо уже ехать к флагштоку, потому что просто так его не дадут доехать. Ну, по-моему, они не собираются это делать. Да, едет он все-таки, 10 секунд до конца, там уже всех посливали, возврата не будет. И это счет 1-0 у нас в пользу, опять-таки, Богданов. Богданы побеждают второй раунд, счет 2-0 становится по раундам. Смоководы, ну, смоководы у нас экстрим неплохо отыгрывают, хотя на последнем месте, да, но вот если посмотреть на ребят из как раз таки тайм-аутов, их смоковод немножко повыше находится. Он повыше чуть-чуть, да, и очков побольше набрал, то есть явно попаданий больше было у него. Кирюха,
Да, у меня все нормально. Прямое включение. Прямое включение с борды у нас присутствует, все хорошо. А, третий раунд. Третий раунд мы ждем. В принципе, начало еще буквально. Минута с копеечкой. Нам остается ждать до делитов. Ну и у нас Богдана ведут. 1-0. Напоминаю, они выиграли этот раунд. Точнее, подожди, 2-0 получается. Они выиграли прошлый раунд 2-0 и в этом раунде 1-0. Я немножко перепутал раунд с раундами. Да? Там наш оператор поменял счет. Отлично, все хорошо. Все нормально. Так, да, по заменам я смотрю, пока ничто нету никого. Хотя Аянакоже думает уже сомневаться этими и левать, потому что ну что это такое, парни делают, и вот сейчас он переодевает смоку, будет танковать на смоке, парня второго отправляют на заменку, и фейс реторна будет тут. Боже, какие у них ники? Это кто-нибудь вообще знает? В чате напишите, что это за парни, откуда они вообще? Фейс, посмотри, как фейс написано, реторна. Ну, Кирюх, ты не знаешь, это может какие-то забытые кебле спортсмены? Кто это? Ты впервые слышишь? Та тайм-аут. Ну, блин, да я не знаю, как они реально странные. Реально странные ребята. Они играют очень хорошо. У них, правда, смог вот, ну, не так сильно выделяется, как экстрим. Ну вот, но мне нравятся их восповоды, мне нравятся их викинги, которые очень активны и Викинги? хорошо. Ну да, ты видел, как они держат флаги? Ну, типа, как бы, да, были проблемы там с Но возвратом, но все H3, равно. да, H3 хорошо держит флаг. Вот, ну, слип, да, ну так 50 на 50. Вот. По поводу восповодов, ну, блин, в основном они возили. Кстати, у нас сейчас кардинальные перемены. Демон у нас покидает карты, это смоковод команды тайм-аут, заходит вместо него Аянакоже. Теперь к нему внимания будет реально очень много. Поэтому, ну, обратим, посмотрим. И, соответственно, Face of Return. Это понаделают никнеймы какие-то. В общем-то, вот такие у нас замены у ребят из Богданов. Не, из Богданов. Да, ничего не поменялось. Все тот же молодой, который играл предыдущий раунд на Васпе, не решается выпускать Макса Спида на карту. Ну и дроп. Первый дроп у нас на карте. Это ДДшечки на малом мосту. Я вижу, Тони Гросс уже забрал, будучи реально потрепанным на своей базе. Вот его до сих пор пинают. Смоковод, кстати. Получает он в ответочку рельсу. Лайтшот, я не понимаю, почему стоит. Почему лайтшот стоит, ребята? Надеюсь, о нем знают. Отличная сбита рельса, кстати, по бровке. Вот смоковод хороший. И восповод хороший, и смоковод хороший. Но это что-то с чем-то. Это находка какая-то. Да, Ну. да, да. Отдыхает там Спайдермен тут. И, в общем, Тони у нас влетает на своем хантере, отправляется на респе. Опять-таки по-молодому неплохо дает ноуслип. Сливают смока, но почему бы и нет? Почему не обтратить на респ? Опять-таки ноуслипу нужно размансить вот молодого. Еще и Тони там бежит. Отлично. Тони просчитывает рельсу, дает одну. Блейз тут, как всегда, в дефе. Ну, Блейза мы запомнили уже как дефера. Ловить будет рельсу. Не понимаю, Вуди-то что, точнее, молодой не видел, что сзади будет рельса. Ну и в итоге Блейз отлично справляется. Опять-таки, отлично сбивает у нас смока ему. Ну а вот посмотрим на Аш, который будет брать флаг еще. Минус Да. туда. Он, кстати, увидел спокойненько, даже можно было бы сбить рельсу по Вуди, чуть позже выстрелить. Пытался увернуться, но не получилось. Зато, кстати, отличные две рельсы выдал по ТДшному восповоду, также по смоководу, поэтому слева, как вариант, в принципе, зайти кому-нибудь можно, да, но нужно добить Вуди. Вуди — это первая опасность, которая есть на базе красных, с ней разбирается Face of, почему-то хочу сказать Face of чего-то там. Ну вот. Но были такие ребята с Клантек было у них. Да. Будем называть ее просто Фейс. Хорошо, Фейс у нас летает, а но тем временем Ангел вновь берет флажок. Экстрима не видел. Экстрим тоже не выдает сначала себя, в итоге ловит рельсу от Фейса. H3 Фердер должен, по идее, сливать, да? Ну да, слил. Ангел тихонечко пытается перемещаться, не ловит, по-моему, рельсу от Тони. Опять-таки, Богдана внизу только законтролить нужно. Ну, быстрее едь, ангел. Ну, быстрее, просто быстрее проедь, иначе Богдан просто ворвется и вернет флажок.
Да. Ну, кстати, мог, если бы он немножко раньше приехал добивать, он и сначала до этого Долго добил ждали одного, что-то. да, и сказал, ну, еще выдал. Ну, это был бы возврат, да, если бы он чуть побыстрее бы заехал на базу, но была не была. Богдан увозит, Хантер, могучий, большой, скидочка под Тони Кросс, очень хорошая, погибает Богдан, Фейс там присутствует также на карте, отлично. На коже, в минусе, его там перевернули, смока, которая могла вернуть флаг, теперь на респе, и она просто не успеет для Тони. Тони просто как танк тянется к флажку и ничего ему тут не помешает. Ой, он залагал, что ли? А нет, все нормально, Вроде... просто он так остановился резко. Панты? Панты? Мне кажется, это флажечку он хотел скинуть под Богдана. Кстати, я вижу контрвоз. У контрвоз. Господи, прости меня, киберспой, пожалуйста, за то, что я забыл твое обозначение. Будем называть это повторный увоз. Второй увоз от молодого, насколько я помню, Экстрим подхватывает, будучи на одну рельсу, нужно ему помочь. Но вот, правда, АХ3 увез флаг, и у нас размен. Да, ДДшка-то есть от Вуди, ну, да, кстати, прострел неплохо. Еще нужно на одну, и молодой вот врывается на Блейза, да, стрельцу. Отличное слитие. Петки Ая на коже тут есть. Сбивает рельсу, ты посмотри, как выгибает. Я вспомнил слово конвейер. Господи, все нормально. Конвейер был в роли молодого. Все хорошо, я вспомнил. В общем-то, 5,5 минут остается. Ну, как я тебе говорил, слушай, туса начнется через 2 минуты. Сейчас чисто мы комментируем, знаешь, ну, по лайту, как бы, лайт по лайту. То есть, чисто, ну, игроки катаются, там, стреляют, пытаются возвращать, какие-то маневры там делать. Все начинается вот в пределах 2-3 минут до конца раунда. То есть... Сейчас у нас исключительно такой сейвовый бой, то есть игроки стоят по углам карты, дефят флаг, кстати, Фердер снова с флагом стоит. Тони Кросс там рядом катается, в случае чего он приедет, в принципе, поможет своему тиммейту, вот. Ну, опять-таки, смотри, Тони вылетает на фуллах, там еще есть Вуди, только Ангел должен его слить, отлично, вот это делает, Вуди уже на нулях. И вот Экстрим на фулах до сих пор, собственно, они нормально могут разъехаться, Экстрим просто летит, получает кучу там в свою сторону урона, и вот бровка, что нужно сейчас посмотреть, на коже здесь пытается законтролить, опять-таки получает две рельсы, все-таки не смог отразить, большой тут на хлоп был, отлично исправляет рельсу нового слипа все-таки, и под ударом дает Фердру одну. Фердер, соответственно, убитый уже прям на нулях, хотя есть аптечка сейвовая, которая ему помешала бы, если бы ее не было. Вот сейчас, кстати, надвигается буря, я бы сказал, торнадо, и я циклон, я бы сказал, даже Богдан. Богдан на двойном дропе, это ДДшка и ДАшка. Будет он ехать по малому мосту, о нем уже, в принципе, вся команда знает, осталось лишь Блейзу развернуться, мне кажется, отлично сливается респа Энджела. Блейз на него вообще не обращает внимания, Богдан не встает, он на пути к АХ3, проезжает его мимо, ну и на одну рельсу. Но слип это возврат стопроцентный с самого начала, как только Богдан отреспился, он знал уже, что он вернет, ну и, соответственно, Фердер едет. Кстати, счет у нас 1-1, то есть пока что у нас ничего решительного нету. Вуди будет подхватывать, стараться как минимум это делать, но ехать-то не надо, там есть смоковод. А я на коже подхватывает, скидывает, скорее всего, под ноуслипа, не сбивает рельсу все-таки по Вуди, ну и, соответственно, это будет возврат. Богдан привез, ну, Богдан да. Вернул, оформил. И молодой, кстати, пытается увозить, он будет под низ. Здесь его никто не может выстрелить, пока что ноуслип. Вот только первый рельс удает, опять-таки я на коже пытается догнать, и у него шансы еще имеются. Вуди, вот, отлично, Вуди просчитал. Опять-таки я на коже может взять еще броню, не... Подожди, успеть может, да, успеет он броню, правда, будет на одну, мне кажется, все-таки по урону. Ой-ой-ой, как нам хорошо ребята разбираются. Да. Фердер не забирает, оставляет под ноуслипа ДАшечку, это было очень плохим решением. Angel of Beast подхватывает, будет увозить сейчас, в то время Фейс залетает. Полминус чуть ли не положили молодого. Я на коже до сих пор живой, обрати внимание, он до сих пор просто размансовал сколько игроков, его никто не сливает на нулях с этой броней. И наконец-то его слил Вуди. Вот только заговорил, надо было молчать, он бы там и разобрался с остальным, просто бест игрок. Да, опять-таки H3 у нас еще до сих пор не вывернул в сторону размена домика и находится внизу. Это опасность доставляет свой тим, потому что помочь ему не смогут, никто не сможет.
Опять экстрим едет, и вот здесь все. Ну, не поехал прыгать, значит, все. Профукал флаг. Теперь можно перевернуться. Хотя... Ну, слушай, он может вернуть спокойно. Да, возврат там... будет. И будет возврат, я уверен. Ну, там есть ноуслип. Ноуслип, который сможет подходить. Там также есть я на коже. Рельсы прилетают уже по экстриму. Отлично, фейс вернулся. Слушай, вот о всем, о чем мы говорим, да, заранее, вот оно все идет как-то через... Может, через... помолчим чуть-чуть. Парни выиграют тайм-ауты эти. Через параллелепипед оно все идет как-то. Может, мы в прямой трансляции, там, без задержки, нас подслушивают. Возможно. Я просто не мог найти более плохого слова по звучанию. Ладно, ладно. Блейз у нас еще живой. В принципе, есть впереди аптечка. Ах, не успел. Возврат-то был близок. Ну, кстати, возврат-то будет, там Энджел залетает, он спокойненько... Нет, подожди, свой ему дал рельсу, как так-то? А еще третий ему дал рельсу. Сказал, лупи тебе. Так, а слушай, прострел, смотри, да. Экстрим, кстати, влетает, экстрим на одну, сливает экстрима. А я на коже пытается его вернуть. Кожу слили. Тони еще живой, на одно оставляется. Фейс тоже был слит. В общем, парни просто нереально там гасит. Всех в углу, ну а H3 у нас, кстати, в соло пытается задефить все, просто ему никто не страшен. А вот Angel Beat заходит, уже не заходит, все хорошо, на ноуслип есть. Есть также Аяна Кожа. Аяна Кожа, смотри, сейчас. Зря мы о нем сказали. Ну не трогайте вы его, ну что вы привязались? Нам нужно его не трогать. Чуть ему тянет. Нам нужно его не трогать. Богдан, кстати, тусуется на параллельном углу карты, почти что вернул АИЧ третьего флаг, там лишь респы зарешали. Ну и коробки у нас летят. Двойные слева, двойные справа, ну, хотя не все слева. Это ДАшка и ДДшка на синей базе, и также ДАшка и ДДшка на красной. Почему-то АИЧ третий забрал броню и поехал вообще непонятно куда за аптекой. Это меня тоже смутило, странное дело. Экстрим, залетает отлично из битреса по Angel Beats, остается у нас 1 секунда, 0 и все. 2-1, у нас счет побеждает. Побеждают Богданы, выигрывают в этой схватке и отправляются в финал своей сетки, своей верхней сетки, это, насколько помню, вторая. Вот. Ну и будут играть либо же против Веномов, или же Bad Intentions. Ну, смотря кто в этой паре выиграет. Вообще, понравился мне бой. Парни еще потренируются, я думаю, тайм-ауты эти, и как раз покажут достойную игру в будущем. Так что хорошее поколение, я думаю, нормально. Адекватное. Еще неизвестно, кто они. Может, это все-таки русские замаскированные. Угу, да, с такими партизаны. Ладно, у нас есть ключик, я думаю.